руки, дети. Пятое. Две остановочки, пожалуйста. Юля, музыка. Лицо улыбнитесь сейчас. Колени, Юля. Не стучи, стоять. Верхом закрыть, верхом. Без музыки делаешь. Первое в классе, после педагога. Музыка. Тань, спокойней. Раз, стой. Стой. Ты опаздываешь, не смотри на себя. Не гони, Таня. Стоять. Не стучи по пятке. По пятке не стучи. Поставь ее на пол. На пол. Дальше. Музыка, 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 музыка. Не надо раньше начинать, не опаздывай. Бросок, носок. Ничего, Юля, стой! Готов? Не ныряй. Вот так. Не надо быстро это отдажу, не надо часто. Леночка, не надо так торопиться. Спокойно. Не опозорь, Лена. Спокойно. Тань, не гони. Спокойно. Вперед. Основное движение вперед. Опаздывай, золотая моя. Раз. Голова, лицо. Мягко. Хорошо. Не ныряй вперед. Не надо. Раз. На два. И три. Стой. Пятое. Стой. Сядь. Юля, где нога? Сзади. Хорошо. Вытягивай. Вытягивай. Вытягивай с нее. Вот так. Не гони, Таня. Стой. Так. Пауза, девочки. Вытягивай сразу. Коленом не надо. Ты коленом делаешь. Не гони, Таня. И два, и три. Музыка. Не задирай ноги. Раз. 45 у нас. Не надо 90. Ниже. Ко мне голова. Рука с палки. Вот так. Сядь, Юля. О, хорошо. Ну, почему ж ты не смотри на себя, потому что я говорю? На меня смотри. Сядь. Вот и все. И ну так, не своди с меня глаз. Сядь. Ну, ты будешь слушать меня, а так ты сама с собой разговариваешь. Меня позови. Вот так. И сядь. Все. Я ничего не могу тебе сказать. Я только что говорю, музыка самое главное. Ты дуешь сама по себе. Ты меня видишь? А куда смотришь? Я спрашиваю, на меня? А может, в зеркало, в окно? Я тебя уберу на период съемки. Понятно, что я говорю, да? Будет раз и два. И лучше здесь, чем ты шкандыбаешь, как в третьем классе. Так, мы берем сначала, что хочу. Все, ничего. Сидим за лицами, тем более нас снимают. Сделай вид, что это тебе пара пустяков. Каждый день все это делаешь. Это еще не надоело. Впереди 20 лет работы, 15. Но уже достаточно. Поехали. Лица, пока вы молодые и красивые. Левый. Неплохо, девы. Мягко и мягко закрывай. Правый. Ногой. Молодцы, сядь. Не задирай ноги, когда садишься. Я кричу, сядь, а не подними ногу. Не увлекайся высотой. 90. Вот и все. Лица, посмотри сюда. Стой. Пошла, хорошо. Давай, 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 давай. Раз. И два. Ты ведешь, и там встаешь. Там стой столько угодно. И лучше после турчика мы приеделаем. Ну, тем более, и плие, каким местом жать надо, вот этим, и все будет в порядке, и пяткой, на носок не упирайся, можно? Сяду левой рукой, сядь, и два, и... Да на, уже раньше ты бери, раньше, еще раз, пойди вперед ко мне. Ну, не тяни ты долго это, Таню, ударим раз. На раз меняется, на раз меняется. Можно? Раз. Раз. Чуть вперед. Вперед. Раз. Вот так. За ними не ходи. И готово. Стой.
Готово! Музыка! Стой! Похоже! Седа! Раз! И... иди. Стой! Стой! Пятая. Пауза. Куда ставим ногу? Главное сесть! Вот так. Сесть главное. Сесть! Плие главное, я сказала. Вот так. Пусть не получится. Это не важно. Куда поворот возьмешь? Фу ты. А ты куда берешь? Отдыхай. Я тебя не выучу никогда. В театре, может, выучат. Я не понимаю, иди ко мне, Юленька. Я не понимаю, почему ты так делаешь. Если бы я поняла, иди ближе. Иди ко мне. То я могу. Сюда встань. Вот здесь. Поменяйся с ней местом. Встанешь сюда, да. Все нормально абсолютно. Ты у меня стажерка, и в классе ты можешь мне не звучать. Поехали. Понимаешь, мне очень... Эта девица у меня будет звучать в кино. Но она мне сегодня не нужна в кино. Она толстая. Мне зачем она нужна в кино? Я не права. Это фильм идет. Где режиссер? Я не хочу тебя обидеть, но это съемка. Съемка моего класса. Ты не моя ученица. И я поэтому хочу снять без тебя, потому что я тебя не учил. Ты у меня просто занимаешься, поняла? И обижаться не надо на меня. И ты пойдешь в кино. А у тебя вид, какой не полагается. Согласна? А что не согласна? У тебя лишнее кило есть. Что же я, ты пришла, и сейчас тебя в свою картину возьму, и дальше что? Сядь, посиди. Ничего страшного. Лена, пойди сюда, в середину встань. Подвинься туда. Надоело ты мне вот здесь. Куда взять тур надо? Ну ты ведь не дура, сделай, что ты соображаешь. Сядь. Так вот сесть где надо. Сядь еще раз. И успокойся. Перед туром сядь. Дура. Сядь. Вот я у тебя этого не вижу. И поэтому ты ничего не сделаешь. Я вижу рукой. А я прошу руку открыть. И сделать ногами. Встань. И не сходи с ума, то уберу отсюда. Пошла. Вот так. Да не вскакивай ты, полупальцы. Делаем все. Лена, не сходи с ума, или я тебя уберу отсюда. Ты мне действуешь на нервы. Я сама начинаю нервничать. Пошла. Раз. Мы тур делаем. Отойди. Встань здесь. Туда встань. Сюда встань. Ну ты дура. Абсолютно. Извините, кадр же, этот пусть не пойдет. Такие дети. А что она боится, я не знаю. Вы мне можете объяснить? Вот чего она? Скушалась. Девочка под это танцует. Ей все абсолютно доступно. Ей все возможно, все ей дали. Но она ненормальная. Ты в театр придешь, тебя никто любить не будет из репетиторов. Ненормальных не любят. Даже если они хорошие дети. Ты очень хорошая девочка. Но ты ученица вот здесь. Я бы с тобой гуляла и так далее, общалась бы. У тебя все в порядке. Но в классе тебя терпеть мне очень тяжело. А там, тем более сейчас, у меня нервы же сдают. Что ты не... Куда сесть надо? Куда сесть надо? Нормально? Покажи, что я прошу. Вот и сделай. Ты ненормальная. Раз. И? Да. Она у вас попадает в кадр? Не надо. Сядь. О, хорошо. Сядь. Наплевать, выйдет, не выйдет. Сядь. Основное плие. Нога. Плие. Нога. Плие. Нога. О, сядь. Все, дальше. Стой. Раз. Стой. Левой. В угол. Раз. Садись раньше. И пошла. Садись раньше. Да не поднимай ты ноги. Ну не надо высоко, сделай грамфы-то. Ну 90 в бок надо, а ты... Ты плие-то делай раньше, чем ты начинаешь делать корпус. Раньше. Ты падаешь корпусом, а потом плие. А это наоборот делается. Пробуем все. Пошла. И раз, руки первые. Садись. Ну не надо высоко ногу поднимать, ну не надо, у тебя 90-е.
Ну не надо выше, ты из-за этого не можешь ничего сделать. Еще раз. Я тебя выгоню. 90 я прошу. Пошла. Раз. Раз. Садись. Так вот, научись садиться. Еще раз. С какого положения садиться надо? А ты откуда? Так как тебя учить-то? Еще раз. Можно. И. Раз. Садись. Что-то направо бы падаешь. Да не поднимай ногу. Я кричу, садись. Ну зачем ты ногу-то поднимаешь? Я на всю школу ору. Садись. Сядь. Вот это плие. Потому ты не можешь сделать, что у тебя плие качается. У тебя же нет плие. На плие ж сидеть надо. Но зато потрогай меня. А тебя выгнать надо за такую работу. Вот и все. Я в полную ногу, она в пол ноги. И так изо дня в день. Потом получает свою оценку, идет в театр. И иначе хоть, что я говорю, что она знает, что я буду ее вытаскивать. Я тебя поставлю назад и тащить не буду. Я тащила тебя много лет. Не буду. Что ж ты пол ноги дуешь? Еще раз. С музыкой можно. Я тебя сейчас выгоню, фокусница. Пулемет нужен, чтобы их расстрелять, или барабан, чтобы они слышали. Можешь мимо выстрелить. Ну, поэтому я вся в поту, а она нет. Поехали еще раз. Можно. Стой. Раз, два, стой. Юля Бросков. Не гони Таню за ними. Не надо. Раз. Сядь. Сиди. Сиди. Ниже. Не поднимай ногу. Рано. Я же крикну всю школу. Не поднимай ногу. Сядь. Зачем ты ногу поднимаешь на блинах? Сядь. Ниже сядь. Идет блин об этом. И раз, два, все. Что делаешь ты? А зачем? Ты мне объясни. Я не понимаю. Зачем? Непроизвольно, что ли? Я тебя выгоню совсем на неделю, выгоню. На экзамен допущу. Я задаю тебе вопрос. Почему ты делаешь? Я одно говорю, ты делаешь другое. Я ведь не прошу тебя на голову встать и сделать чисто два пируэта, которые ты не можешь. И я виноват в том, что не выучила. Я прошу ногу опустить ниже. Почему ты не делаешь это? Скажи мне. Молчишь после. Ушла. Оделась и все. Подвигайся ко мне. Вон уйди совсем. Туда. Сейчас я тебе еще буду объясняться. Быстро. И сядь. Отдохнешь, здесь будет очень хорошо. И все увидишь. Иди ко мне ближе. Иди ко мне ближе. Сейчас я здесь буду вытаскивать слова. Можно. И больше не вставай вперед. Именно чхать. Нахал-то ты, раз не понимаешь твой момент. Нахал-то. Нахал-то. Нахал учить надо. И очень прикидываешься под такую. Ты самый настоящий нахалка. Ты не понимаешь ни момента. Ты видишь, я вся взмокла. А ты сухая? Почему? В чем дело? Тянуть тебе надо? Не я. Дальше поехали. Что у нас, Юля, дальше? Это называется «Горе от ума». Пойди мне сюда. Она умная. По всем пять. А у кого четверки есть по общеобразовательным? У кого одни пятерки по общеобразовательным? Ну, выше, 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 выше. Вы не туда пришли, дорогие. В университет идти надо, в институт идти надо, язык изучать надо. Зачем вам балет-то? Давайте. Можно. Думай! Вот смотри. Куда мы встанем, Леночка? Ты куда? Леночка, в угол мы встанем. С угла в угол. И поэтому тебя не выходит. Присели вниз. Нахал. И ты берешь левой рукой в тот угол. Ты берешь правый золотко, а я левый говорю. Присядь. Все сели. Начинает левая рука. Ты, у тебя правый-то вот здесь. Возьми третью позицию. Ну ты идиотка. Ну ты идиотка. Руки вот сюда. Вот здесь. Напрягай. Здесь напрягай. Напрягай, я сказала. Распусти. Вот твои руки. Напрягай. Терпеть тебе на уроки. Напрягай, я сказала. Здесь. Все. И так держи. Ты так делаешь? Почему? Вы руки-то крепко держите от локтя до кисти. Вы же только этим местом берете. У нас же берет это место. Вперед. А у вас берет это место назад. Доучились, слава Богу.